Здравствуйте, друзья! Вы любите вкусные и быстрые завтраки? Сегодня у нас с вами именно такой рулетный омлет с ветчиной или копченой колбаской и, конечно же, вкусным сыром. Идеальный завтрак к горячему кофе. Итак, на одну порцию омлета разбиваю в глубокую чашку 2 яйца. На мелкой терке натираю 50 граммов сыра и 50 грамм колбасы, у меня полукопченая, измельчаю мелким кубиком. Сюда же к яйцам добавляю 1 чайную ложку майонеза, любого. Не солю, так как и сыр, и колбаса уже соленые. И теперь взбиваю венчиком. Ни в какие густые пены взбивать не нужно. Главное, чтобы разошлось яйцо и майонез. Разогреваю сковороду и наливаю туда немного масла без запаха. Выливаю яйца. Жарю на среднем огне под закрытой крышкой примерно 1-2 минуты. Не передержите. Снимаю крышку. Верхняя часть прекрасно схватилась. Нужно омлетный блинчик перевернуть. Делаем это при помощи лопатки. Выравниваем. И теперь на середину выкладываем нашу начиночку. Сначала немного сыра. Затем колбаску. И еще раз сыр. Заворачиваем рулетиком. Сначала одну сторону подворачиваем с помощью лопаточки. И теперь второй край. Немножечко подпридержите, чтобы рулетик схватился. И можно его перевернуть. Подрумяниваем с двух сторон. Давайте разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Очень похоже на слойку. Приятного аппетита! Скорее наливайте кружку кофе и лакомьтесь!